Майнс Клиник. Әзешін сіздің уақытыңыз қамбат. Бір сағат ішінде толық тексерілуден өту. Анализдердің нәтижесі дәл сол күні. Ерлер денсаулығының үздік мамандары. Менсіз тұтынушылық қызмет. Шеті ыңғайлы, ыңғайлы тұрақ. Майнс Клиник. Еуропалық медицина деңгейі қол жетімді бағамен. Здравствуйте! Вы смотрите программу «Каждый день» в студии Гухар Тургаева. Представляем вам партнера нашей программы, лучшую в Актобе клинику для мужчин «Мэнс Клиник». «Мэнс Клиник» – это лечение мужского бесплодия, сексуальных расстройств, простатитов, ожирения, обследование на половые инфекции, УЗИ и весь спектр анализов. Наш адрес – улица Бакенбая Батыра, 2А, бизнес-центр «Дастан». Телефоны 906-636, 87-906-636. Предлагаю вашему вниманию прогноз погоды на четверг, 6 июля. В Муртуке значительная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха составит плюс 27 градусов. В Алге ясно, без осадков, плюс 27 градусов. В Хромтау температура воздуха составит плюс 26. Малооблачная погода, без существенных осадков. В Бадамше столбики термометра покажут 25 градусов выше нуля. Также малооблачно, синоптики осадков не прогнозируют. И в Шалкаре 34 градуса тепла, ясная погода на протяжении всего дня. Осадков не ожидается. Далее в эфире прогноз погоды в Актобе. На широкие экраны выходит долгожданная новинка – фильм «Человек-паук. Возвращение домой». Молодой Питер Паркер после встречи с Мстителями в восторге возвращается домой. Питер пытается вернуться к обычной жизни. Вот только теперь за ним приглядывает не только тетя Мэй, но и его новый наставник Тони Старк. Паркеру не дает покоя желание доказать, что он не просто милый и дружелюбный сосед-супергерой. И вскоре у него появится возможность проявить себя. Злодей-стервятник угрожает убить всех, кого любит Паркер, если тот встанет у него на пути. Кто-то собирает инопланетные обломки после битвы Мстителей и создает смертельное оружие. Это мой шанс проявить себя. Нет, 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 нет! А если бы кто-то погиб? Виноват в этом был бы только ты. Уважаемые актюбинцы и гости города, сердечно поздравляем вас с Днем столицы и приглашаем на праздничные мероприятия. 6 июля в 10:00 самые спортивные и активные жители нашего города смогут принять участие в традиционном велопробеге по улицам Актобе, посвященном Дню Астаны, который стартует от парка имени первого президента Республики Казахстан. С 11:00 до 13:00 праздничные программы «Народные гуляния» пройдут в Центральном парке культуры и отдыха имени первого президента, в парках имени Пушкина и ретро-парке, на площади ТРК Кируэн-Сити, Дома культуры «Металлург». Вас ждут выступления лучших творческих коллективов нашего города и области, зажигательные танцы, конкурсы, игры, показательные выступления артистов и спортсменов. 6 июля с 11:00 в парке имени первого президента Республики Казахстан на площади у флагштока пройдет демонстрация роботов, мастер-класс по конструированию и управлению роботами, розыгрыш подарков среди детей, организованный ТО «Роботикс Казахстан». Также в этот праздничный день запланирована интересная вечерняя программа. С 20:00 начнется праздничная программа в парке президента и ретро-парке. Приглашаем вечером с 20:00 в
парк имени первого президента на зрелищный чемпионат по масс-рестлингу, в котором все желающие могут принять участие и помериться силой и ловкостью. Партнер нашей программы – лучшая в Актобе клиника для мужчин Men's Clinic. Men's Clinic. Запишитесь на прием к любому из наших специалистов на нашем сайте mensclinicaktobe.kz и получите скидку на консультацию в размере 25%. Наш адрес – улица Бакенбай Батыра, 2А, бизнес-центр Дастан. Телефоны 906-636, 87-906-636. Спасибо за внимание, хороших вам праздничных и выходных дней. Мы вас встретим. Внимательно выслушаем. Осмотрим. Увидим все. Обследуем. И обязательно поможем. А главное, наши цены вас приятно удивят.